детям с ограниченными возможностями посвящается. Все мы когда-то рождаемся для того, чтобы жить счастливо. Все мы встаем на ноги для того, чтобы добиться поставленных перед собой целей. Но они не такие, как мы, и их желания очень скромны. Они хотят шалить и резвиться, как и остальные дети. Они хотят петь и хотят быть услышанными. Они хотят танцевать, выступать на сцене, раскрыть свои способности. Они хотят посещать концерты. Эти дети хотят рисовать и передать свои желания через краски. Эти дети хотят играть на музыкальных инструментах и передать свои эмоции через ноты. А самое главное, они хотят учиться, познавать новое, получать знания. Хотят учиться наравне с нами, ведь они такие же, как и мы. И им нужна наша поддержка, наша забота, наше тепло. И ты сможешь помочь этим детям, протянув свою руку, руку помощи. Ведь в наших силах помочь каждому ребенку проявить себя. Не будь безразличен.